Привет, друзья, подписчики мои! У нас сегодня будет распаковка вот такого прикольного Бейблейда на русском языке. Выносливость, значит, космическая сила, неограниченный Зевс. Металлический шароустройчивое шасси включены. Слой, диск, водитель. Слой, диск, водитель. Тип выносливости — греческий бог Зевс, деметаллические шаровые конструкции, гладкая поверхность, низкое трение, длительное вращение, повышенная гравитация, значит, ага, то есть баланс, прочный, мощный, неуклонный, то есть здесь столько всего написано, ничего себе. Это, короче, волчок, друзья, на русском языке, он будет не прокрашен и вряд ли там будут металлические шарики, скорее всего, даже без пускалки. Давайте посмотрим, в любом случае, что это будет такое там нам интересное. Так, как же его открыть? Опа. Да, без пускателя. Не прокрашен, ну да. О, зато... О, да. Сейчас покажу, народ. Значит, мусор. Ох, китайцы. Смотрите. Диск под номером, без номера. Просто вот такой диск. Драйвер, друзья, check this out. Сейчас покажу. Видали? У него нету шарика, просто прозрачный прикольный драйвер. Но это интересный драйвер, необычный, не то показываю, вот такой. Классный драйвер, забавный. И вот такой вот Zetron, естественно, он без шариков, естественно, вот он вот такой, красивый. Что ж. Давайте посмотрим, на что данный балчок способен. А он... Чего? А, все, закрылся, я же испугался. Он вращается в правую сторону. Будем сегодня тестировать его вот своими слабаками. А вот трактоворчик у меня есть красивый. Вот такой вот. Так, все, погнали. 3, 2, 1, Бейблейд! Итак, битва. Трактоворчик против Зетрона. И что-то никто не хочет нападать. Пам-пам-пам-пам-пам. Трактоворчик, друзья мои, проиграл. Хорошо, друзья, у нас следующий раунд. Слушай, а пока неплохо держится. А вот такой будет трактоворчик следующим биться. Опа. Опа. А, битва. Вау. Трактоворчик второй уничтожил Зетрона. Вот это было мощно. И следующий раунд. А, вот такая валькирия. 3, 2, 1, Бейблейд! Вау! Одновременный взрывной финиш, друзья. И у меня улетела верхушка от Зетрона. Не переключайтесь, пока на канал подпишитесь. Пока я за ней езжу. Оп. Так, окей. Какая была верхушка у него? Вот это или это? Вот это вроде. Годится. Годится. Ну что ж, тогда будет следующий раунд. Зетрон. Вау, 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 вау. Ну, Зетрон не так плох, как казалось. Еще Джермунгента против него потестирую сейчас. Вау! А вот такие вот делишки, друзья. Да, слабоват он, конечно. Даже Вальтрек первый его расколбасил. Следующий раунд. Бейблейд. Бёрст. Вау! Ну, прикольно. Не, за такими малышами всегда интересно понаблюдать, друзья. О, ничего интересного. Рактовора даже... Ой, этот Рактовора. Его даже разнес парень без пружинок. Ой, без щелчков из этого самого, из яичка. Вот такие дела. Следующий раунд против Одекса из манги. Хоть кого-то мы сегодня одолеем. Только Рактовора одолел. Видимо, это была случайность. Итак, друзья. Вот такой сегодня было странное короткое видео, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Вот такой мы сегодня Зетрончика распаковали. Вот, всегда люблю ваши подписки. Не забываем про конкурс. И всем удачи, пока-пока, скоро будут ролики. И до свидания, друзья, пока-пока. Не переключайтесь, я с тобой слежу за каждым из вас. Я слежу, па-па-па-па-па. Слежу за вами, за всеми, пока.